Я хочу обратиться к тебе и сказать, что ты не случайно на этом месте. Знаешь, слова, которые ты сегодня будешь слышать, это может изменять твою судьбу. Аллилуйя! Это судьбоносное. Поэтому я прошу, чтобы ты внимательно слушал сейчас, что говорит Слово Божие. Аминь. Я хочу говорить тебе о покаянии. То есть покаяние – это первоначальное приближение к Богу. Это первоначальное. То, что ты можешь приближаться к Богу. Покаяние – это истинное сожаление о грехе. Что ты будешь сожалеть, что да, Господь, я был грешником, а сейчас хочу принимать тебе твоего сына. Аллилуйя. И Слово Божие говорит, от Луки, 24 глава, 46 стихом Слово Божие говорит, «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. То есть, начиная от твоего города. Аллилуйя! Покаянию и прощение грехов. Посмотрите, покаяние – это человеческое сердце, человеческое согласие, человеческое решение – а прощение грехов это дает Бог. Аллилуйя. Слава нашему Господу Иисусу Христу. И сегодня Господь хочет это дать тебе. Сегодня Господь хочет менять твою судьбу. Аллилуйя. Слава Богу. И Слово Божие говорит, это от Иоанна. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Что такое вечная жизнь? Вечная жизнь – это то, что там нету погибели. Ты будешь жить вечно, когда закончится жизнь на этой земле. Это об этом не говорит, что все. Все закончилось, начинается жизнь вечную. Но люди, которые принимают Иисуса Господом и Спасителем, они будут наследовать обетованную землю, вечная жизнь. Аллилуйя! Слава Богу! И Слово Божие говорит в Деяниях святых апостолов, 17 глава, 30 стихом. Итак, оставляя времена невидения. Невидение – это не зная. Ты жила, не знала. Ты жила по своему, по своей совестью, по своей честностью. Но здесь апостол говорит, итак, оставляя времена невидения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему покаяться? Чтобы получать прощение грехов. Пока грех есть жизнь человека, оно не даст тебе свободно жить. Ты не можешь по совести жить вечно. Но по Божьей обетовании, но по Божьей благословении, но по Божьей прощении ты можешь жить вечно. И не будет осуждения твоего совести на тебя, потому что ты уже принял жизнь вечную. Аминь. Я хочу сказать, что ты искуплена дорогою ценою. Цена твоего искупления – смерть Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа. Он умер за твои грехи и воскрес, чтобы тебя оправдать и дать жизнь вечную. Аллилуйя Иисусу! Аллилуйя!
Он вечный царь нашей жизни, жизни тех людей, которые Иисусу говорят: «Да, Иисус, я оставляю прошлое и хочу жить новой жизнью, жизнь, которой Ты дал меня, жизнь, которую Ты называешь новая судьба, новая жизнь, вечную жизнь». Аллилуйя нашему Господу Иисусу Христу. Воздай великую славу. Я здесь чувствую, что на самом деле Его дух и помазание сильно касаются тебя. Возможно, это борьба, но ты говори Иисусу «да». Но ты не оставайся в твоей прошлой жизни. Но ты Иисусу говори: «Да, Иисус, я хочу оставить времена невидения. Я хочу тебе сегодня говорить «да». Да, я хочу публично говорить, что ты мой Бог. Я хочу говорить, что ты мой царь. Я хочу говорить: благодарю тебя, ты умер за меня и воскрес, чтобы я сегодня был оправдан через твоего воскресения. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу, что есть очень многие люди сидящие, что они уже этот дар Духа уже получили, говоря Иисусу «да». И Бог сегодня может и твоя судьба менять, как наши, как тех людей, которые Иисусу говорили однажды: «Да, Иисус, да». Аминь. Аллилуйя. Я хочу спрашивать тебе, человек, который первый раз, хочу вопрос задавать. Такой простой вопрос. Ты хочешь сегодня Иисусу говорить «да»? Знаешь, Он будет отвечать на твой призыв. Он будет отвечать на твое «да». Он сказал: «Я не изгоню тебя вон». Он сказал: «Придите ко мне, все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, ты сегодня нуждаешься в утешении и успокоении. Бог говорит: это я. Я твой ответ. Я твой Бог. Я именно тот, который умер и воскрес, чтобы ты торжествовал через мою смерть и воскресение. Аллилуйя. Давайте будем молиться сейчас всей церковью. И те люди, которые хотят обновления Духа, и вы молитесь, пожалуйста. Отец Небесный, я прихожу к Тебе и прошу Тебя, прости меня, прости все мои грехи. Я принимаю и признаюсь смерть и воскресение Иисуса Христа. Я принимаю Его прощение моих грехов. Аллилуйя! Я открываю свое сердце и говорю сегодня: Иисус Христос, мой Царь, мой Бог, мой Спаситель, я принимаю Тебя. Войди в мое сердце, меняй мою судьбу, как ты хочешь. Благодарю тебя, что ты услышал мою молитву и принял меня, как дитё твое. Аллилуйя тебе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава нашему Господу Иисусу. Я хочу спрашивать, есть человек, который первый раз, и те люди, которые хотели принимать обновление Духа. Пожалуйста, приходите здесь, церковь. Церковь хочет благословить вас. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу, слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, сейчас они помогают вас видеть,
Но придет момент, что Он будет помогать вам в вашей жизни. Аллилуйя! Прострите ваши руки. На самом деле, Иисус простил ваши грехи. Это 100% просто. Нам не нужно ничего делать, ничего придумывать. Это Он уже делал ради тебя и ради меня. И Он сказал: совершилось! Совершилось ваше спасение на Голгофском кресте! Совершилось! Аллилуйя! Прострите ваши руки, драгоценные, драгоценная церковь. Отец, мы благословляем этих драгоценных людей, Отец. Твой Сын умер и воскрес. Твой Сын сказал, что Я победил мир в их жизни. Спасибо Тебе, Господь. Я молю Тебя, что Ты сейчас прикоснулся Твоим Духом, Господь. Я молю Тебя, Господь, что Ты благословил этих драгоценных людей, Отец. Благослови, Отец, чтобы они жили новой судьбоносной жизнью, которую Ты приготовил для их жизни. Мы, как власть имеющаяся от Бога, разрушаем всякий рук дел дьявола в их жизни. Всякое проклятие, всякий чуждый огонь, который есть в их жизни, мы разрушаем, наступаем во имя Иисуса Христа. Благоставляем сейчас их. Отдаем Твои любящие, нежные, утешающие пасторские руки во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу за вас. Домашние пастыря, пожалуйста, занимайтесь, посмотритесь их адрес, где они живут, телефоны, номера, чтобы, знаете, они продолжали духовную жизнь и учение Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Пожалуйста, садитесь. Благослови вас Господь.